На торжественном мероприятии, посвященном Сургана Хаджимуховича Мальсагова, присутствовали председатель правительства Муса Чилиев, депутаты Народного собрания, представители администрации главы республики, руководители министерств и ведомств, научная элита, студенческая и учащаяся молодежь, родственники Тугана Мальсагова и, конечно же, те, кто знали его лично. Все эти люди пришли отдать дань памяти Тугану Хаджимуховичу, которого знали и уважали за пределами республики, чему свидетельствовали многочисленные телеграммы, поступившие из соседних регионов, а также с других уголков России. Все выступающие, кто знал Тугана Мальсагова лично, и те, кто только слышал о нем, говорили о высокой миссии, которую возложил на себя этот выдающийся человек, настоящий сын своего народа. Председатель правительства Муса Чилиев отметил, что каждый, кто считает себя ингушом, обязан чтить память Тугана Мальсагова. Мы большим уважением и почтением относимся к тому, что он сделал в течение всей своей жизни. И пример этому, вот кто, что столетний юбилей его отмечается и друзьями, теми и близкими, родственниками, особенно теми, кто никогда с ним не сталкивался воочию, но знает о таком человеке, как Тухан Мальсагов, пришли сюда почтить, отдать дань уважения к этому человеку. Конечно, многое можно говорить о нем, тут и было сказано, о нем как и человеке, отдавший долг государству, отдавший долг воинской славе, человеку, который всей своей жизнью показал, каким должен быть ингушский мужчина? Я 2-3 раза видел Тугана Хаджимуховича Мальсагова в своей жизни. И этого было достаточно, чтобы я его запомнил на всю жизнь. Благодаря усилиям и вере в осуществление задуманного дела в 1972 году на основе лично им собранных документов Туган Мальсагов основал Народный музей. Сколько было трудностей в этом славном и благородном деле, можно только догадываться. Но Туган Хаджимухович был одержим и знал, что время и потомки оценят этот величайший труд. И в этом сегодня нет никаких сомнений. Открытие музея явилось весомым вкладом в деле становления культуры ингушского народа. Музей стал центром интернационального и патриотического воспитания молодежи. Еще при жизни Тугана Мальсагова музей посетили высокие зарубежные гости из Индии, Венгрии, Чехословакии, Англии, арабских стран, высокопоставленные гости и известные личности Советского Союза, в числе которых был герой социалистического труда, автор советского и российского гимнов Сергей Михалков, оставивший благодарственную запись. Как прекрасно, что есть люди, помнящие о тех, кто сделал все, что мог для своей родины. Он приложил максимум усилий, сделал все, что в его силах, чтобы память о народе была жива. И этим самым внес неоценимый вклад. Мы, сегодня живущие и последующие наши поколения, должны всегда помнить об этом, помнить о его подвижническом труде, о его подвиге. Ни война, ни ранения, ни тяготы репрессий 1944 года и самая ужасная разлука с родиной не сломили дух Тугана Мальсагова. Несмотря ни на что, он вернул своему народу его богатую историю, оставив после себя бесценную святыню, хранилище истории и культуры народа. Луиза Нальгиева, Малсы Кигиев, Ибрагим Асканов, Вести, Ингушетия.